Всем привет! Возвращаюсь к своей раме. Был уже видос с этой рамой, вот эти вот две части я откромсал для того, чтобы сделать бумагодержатель. Если кому интересно, вот сейчас вылезет подсказка, можно перейти и посмотреть. Сейчас я опять привлеку эту раму в действие и сделаю из нее еще круче штуку. Так что погнали, не будем долго разговаривать. Вчера лазил на ютубе, наткнулся тут на один очень полезный канал. Ладно, наткнулся. После того, как я попал на этот канал, я просидел на нем час. Все вы знаете, что я строил, строю и буду строить свой дом. А этот канал как раз про ту тему, животрепещущую для строителя, для каждого, кто строит свой дом. Канал называется «Стройки на пятерку». Там все по теме, качество на высоте и очень интересно смонтированы видосы, что очень важно. Ссылку оставлю в описании, если понравится, подписывайтесь. От такой сложной работы у меня маска рвется уже, блин, вот видите. На скотче все держится, надо покупать новую. Для этого перехожу на e-каталог, в поиске ввожу маски сварочные, сварщика. Подбор по параметрам, производитель Foxfield, Wester. Здесь можно ввести ценник от скольки до скольки, тип маска хамелеон, ну и в принципе подобрать. Е-каталог предложил мне маски, вот самую верхнюю, я думаю, будет крутая. Здесь есть описание, характеристики, есть отзывы, можно почитать, что пишут люди, сравнить цены. Такая маска находится у меня в городе Омске, токов 220 вольт. В принципе, можно скататься и посмотреть. Ссылку оставлю в описании, кому интересно, переходите. С помощью такой процедуры мы уменьшили в диаметре нашу петлю, наш крепеж. И теперь откладываем в сторону и переходим к трубе, к трубке диаметром 5 сантиметров, там около того. После вырезания фрагмента из этой трубы оставляю длину пока такую, которая есть. Сейчас по ходу пьесы соображу, что к чему. Ну, пока я думаю, что пойдет. Проволока 3 миллиметра, подойдет 4, даже, наверное, 5, вообще без разницы. В моем случае это 3 миллиметра. Кусок отпиливаю и кручу из нее баранки. Так, получилась вот такая вот петелечка. Ее сейчас привариваю к трубежке. И потом еще одну часть такой же проволоки нужно будет завариться. В общем, покажу. Thank you.
Ну что я скажу, все получилось очень даже круто. Красить ее не стоит, потому что она будет подвержена огненной обработке в процессе всей эксплуатации. Так, все, погнали испытывать, хватит тянуть, самому интересно. Так, есть две новости. Одна хорошая, другая херовая. Так, хорошая. Я спаял, все работает, все классно. Прям вообще с легкостью все делает. Но минус в том, что можно профукать, перегреть, и у вас треснет вот эта вот головка. Вот как она у меня треснула. Я думал, что мало. Оказалось, что я ее настолько нагрел, что она же забурлил, пластик аж забурлил. В общем, все работает, все классно, все круто, просто не надо много греть. Можно вообще по возможности поставить термостат сюда, отслеживать температуру. Короче, идея годная, все видели сами. Если понравилось, подписывайтесь. Всем пока-пока.